Сатурния, более известная своей историей римского периода, раньше была тоже этрусским городом. Он назывался Аурине. Священный источник этрусков был местом общения с богами и духами природы. Его воды приносили облегчение и исцеление, и, возможно, древние жрецы Ауринии умели читать таинственные послания неба в голосе воды неистощимого потока. Римляне, пришедшие сюда во втором веке до нашей эры, считали, что источник забил из-под земли от удара молнии, посланной Сатурном в негодовании от множества войн, завладевших этой землей. Стрела попала в кратер вулкана, оттуда хлынул горячий поток, заливая окрестные равнины, усмиряя души людей. Врачующая сила воды многим принесла облегчение, то был дар богов, источник, дарующий красоту, молодость и силу. Мы изменились с тех пор. Уже не вспоминаем Сатурна и редко когда изначальную этрусскую магию этого места. Спустя 20 столетий мы твердо знаем, что горячие воды бьют из-под земли с неистовой силой 800 литров в секунду. А еще мы знаем от врачей о полезности принятия сернистых ванн. И потому пороги эти сегодня никогда не пустеют. Но дар природы или богов по-прежнему существует. Он щедр вот уже более 3000 лет, и в этом есть сила и правда легенды.